Снова приветствую вас, уважаемые подписчики канала Любопытного Геймера. Продолжаем бегать по острову, разорять пиратские клады, расстраивать планы Вааса. В прошлый раз нашел я таинственный компас и какую-то дополнительную к нему деталь. Осталось поболтать на эту тему с господином Баком. Подлец тот еще, если честно. Ну, если спросите меня. Но сотрудничать с ним все-таки придется. Как я понимаю. Вот. Ну и добираться будем на местном транспорте. Под зажигательные латинские ритмы. Надеюсь, ничего по дороге не развалится. Кто-то впереди едет. Нет, это хорошие ребята. Это не враги. Так что вы... не переживайте. О, как... о, как оно вышло-то. Похоже, у нас снова скоро будет максимум. Да. Максимальное количество бабла накопилось в кошельке. Кошелек маловат. А вот зря я уехал-то. Тут ведь... тут ведь где-то... травой можно разжиться. Ну, конечно, не той травой, которую тут недавно беспощадно жёг. Другой травой. От которой пользы гораздо больше, по крайней мере, в бою. Так, нет, ну а что, вот... это, видимо, где-то... подземелье какое-то, там реликвия осталась. Ну да ладно. Мы сделаем несколько аптечек и будем довольны. Честно говоря, единственная игра, которая сумела заставить меня изготавливать снадобья какие-то, кроме обычных целебных, это был Ведьмак. Ну, то есть оба Ведьмака, ну... ну, вы поняли. Ну, полный набор. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хая был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хая... о, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище? Сокровище. Неизвестно, где они, не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки, весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс.
Иди. Удачи. Неужели же дело только в ноже? Если тут такой большой масштабный клад, наверное, на такую миссию стоило взять, не знаю, дробовик. Класс. Иду прямо под обвал. Опором. Я опор-то не вижу. Китайцы, японцы, британцы. Всем по куску острова досталось. Да вот только все они в итоге оттуда свалили. Теперь остров наш. И таким останется навсегда. Отдыхай. Кто у нас здесь еще? Сразу трое. Ну чудесно. Не очень это было разумно. Никто не хочет сюда идти. Так, а этот, судя по всему, мне все-таки лучше оставить. Какая там была? А что ты хотел? Вообще-то я не в настроении для барбекю. А кто сейчас в настроении? А кому сейчас легко? Так, великолепно. Что тут у нас? Да ничего, собственно, я и взять-то ничего не смогу. Да не больно-то и хотелось. О, снайперюга. Да не один, судя по всему. Так.
похоже, придется. Оу. Видел там еще одного. Ну ладно. Черт вас дери, а? Достаточно ли они далеко, чтобы меня не заметить совсем-то? Ну и... А, вот он. Тут еще убиватор. И, конечно же, у меня уже... Так, ну и, собственно... Ну, зараза, а? Ладно. Да что ж такое-то? Вы меня напрягаете, а? Где этот герой, который меня там все засек? Подлюка. Да че тебе еще показываться? Прямой какой, а? Да что ж такое? Почему он не сбивает пламя вместо этого транжирит мои аптечки? Ну ладно. Вот. Вот оно счастье. О, и гранаты. Красота. И гранаты, и аптечки. И все, что только моей черной душе угодно. Ух ты. Шпионы. Спокойно, ты просто ищешь. Что за... А что вы хотели? Опасное место-то?
как меня достали эти огнеметчики, а? Вперед, вперед. Ну где же ты? Ну где же вы, девчонки? Психанул. Ну а там-то кто остался? О. Аптечки лишними не бывают, патроны. Патронов и так дофига. Стрел вот что-то маловато. Потому что пользуюсь я луком почему-то как пулеметом. Ага. Почему он называет его компас? Это очевидно, что это просто ключ. Ну, то есть не просто ключ, а очень важный ключ. Очень хитрый ключ, но все-таки ключ, а не компас. Был варан, стал кто? Ёжик? Что там вроде можно было сделать из шкуры? А это что такое? Да, это не страшно. Что именно? Когда говорят «это не страшно», обычно это означает, что намечается что-то исключительно гадское. Тупик. Тут должен быть выключатель. Так. Вот ведь, блин. Аж страшно туда глядеть-то, такая темень. Ну, допустим, у меня есть огнемет, который должен бы осветить. А, так это что? Водичка. Всего-то. Как скучно. Я-то думал тут сейчас тайны, секреты. И другие интересности, а тут просто деревянный ящик. Ну-ну-ну-ну. Это я, конечно,
Зря сделал. Что? Ну камень-то покатится сзади, нет? Как же наш Индиана Джонс-то без такого обойдется? Блин. Что в голову, что не в голову. Все равно 3 стрелы. А, во. Усиленная перевязь. Оу. Интересно, кто зажигает эти огни? Нет, ну серьезно. Я сюда прошел такими страшными путями, сложными. У меня был специальный ключ. А здесь, понимаешь ли, кто-то умудряется разжигать костерки. Вам не кажется это странным? Вот лично мне кажется. Это что, древний лифт? Почему у меня плохое предчувствие? Потому что эта хренота развалится под твоим весом. Ого. Так вот. Ясно, здесь не выбраться. Кругом змеи. Красивое местечко. Что? Здесь комодский варан. Их еще называют драконами иногда. Комодскими. Здоровый, потому что. На самом деле они не такие агрессивные, чтобы нападать на все подряд. Ага. Все рушится. Вот так вот. Сдетонировал твой древний храм. Надо побыстрее отсюда делать ноги. Ой-ой-ой-ой-ой. Все прям так падает.
И тут мы видим кого? На мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор? Я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирайся и не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр. Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи. Что, ниндзя-баг опять пропал? Болото. Болото, дом для бегемота. Но нам торчать здесь неохота. Ну что, дали еще очко навыков. Почему бы его и не распределить? Может быть, теперь можно что-то другое взять. Тем более, что их штук 5 свободных уже. Да, взять можно только все то же самое. Да, ничего нового не дают, ну и ладно, обойдусь как-нибудь. Далеко ли нас послал товарищ Бак?